Третья встреча в рамках диалога на равных прошла для омской молодежи с экспертом из Москвы. Студенты Омского государственного университета и педагогического вуза смогли обсудить с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым влияние социологических исследований на современную жизнь, а также перспективы и методы изучения общественного мнения. Диалог на равных – это проект, который призван дать нашей молодежи уверенность в завтрашнем дне, показать позитивные траектории, снять обеспокоенности, научить, как найти свое место в наше время и в нашей стране. Цели благородные, мне кажется, нужно поработать, даже если тебе за это ничего не платят. Вот, тем более, что общение с молодыми ребятами, со студентами, с аспирантами, с выпускниками, оно и очень полезно для понимания того, куда же все-таки развивается наша страна, куда она движется. Потому что хотим мы того или нет, молодым принадлежит будущее. Мне аудитория понравилась, вопросы были умные, реакция была живой. Спикер представил доклад о работе ВЦИОМа, который в этом году отмечает свое 30-летие. Огромное количество вопросов у слушателей вызвала озвученная возможность о прохождении практики в организации. Мне очень понравилось выступление спикера, оно было грамотно построено, было очень много полезной информации. Также я узнала о самой работе, о том, что делает ВЦИОМ. Это очень интересно и очень полезно. И я узнала, что можно проходить стажировку, поэтому если будет такая возможность и будет время, то можно попробовать. Организаторы диалога на равных в Омске, региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, отметили, что в связи со столь высоким интересом ребят, до конца года они обязательно проведут еще несколько подобных встреч.